Сброс воды на Красноярской ГЭС постараются удерживать на уровне 7,5-8 тысяч кубометров в секунду. Об этом сегодня говорили на президиуме краевого правительства. Повторы ситуации 2006 года, когда ежесекундно с плотины сбрасывали по 11 тысяч кубов, удалось избежать благодаря тому, что затворы на станции открыли заранее. Это позволило снизить уровень водохранилища и подготовить его к приходу большой воды. Объем сброса не более 8 тысяч кубометров в секунду и соответствующий уровень Енисея в черте города планируют сохранить на все время половодья. После прохождения волны паводка будут организованы аварийно-восстановительные работы. Также свою работу начнут комиссии по оценке материального ущерба и компенсационным выплатам пострадавшим. Каждый случай подтопления каждого садового участка, каждого дома – это проблема, это неприятности для людей, и поэтому глава муниципальных образований необходимо стремиться оказывать всяческое содействие для минимизации вот этих последствий. Увы, их не избежать.